трансляцию с центральной поляны дальнего леса. Несчастный многодетный заяц был употреблен в пищу неизвестным зверем. Я Барсукот. И вместе с командой барсуков полиции мне удалось раскрыть это дело. Ижу было понятно, что именно волк съел зайца. Да, да, нам понятно. Тот, кто квакнул зайчика, все еще на свободе. Где же справедливость? Вина волка еще не доказана. Что тебе еще подать, барсукот? Получается, зайцем поужинал койот? Койот совершенно спокоен. Стоять не с места! Ты арестован! Ха! За мной гонится кот, я испытываю возмущение. Я не кот! Я хотел дать показания по делу о съеденном зайце. Я видел кое-что важное. Девчонки, накрывайте поляну! У нас сегодня суп с котом! Я бы хотела съесть не овощную, а настоящую цыпочку. Полиция дальнего леса! Что здесь происходит? Теперь мы и здесь власть! У нас точно побег! Я не хочу снова в клетку! Что творится? Ни один сыч от меня не уйдет! Барсукот. Очень зверский детектив.